Так, ну смотрите, друзья, друзья мои, такие простые боксерские движения, удары с вышагиванием. Ну давайте пока передней рукой, левой рукой удар с вышагиванием из боевой стойки. То есть становимся в боевую стойку, бьем вперед передней рукой левой под шаг передней ноги. То есть оп, такое движение. Вот с места есть удар, а это вышагивание. Правая нога остается на месте, а левой ногой делаем маленький шаг. Под этот шаг бьем передней рукой удар. Оп, вернулся в стойку. Накинул, вернулся в стойку. Это вышагивание. Также вышагивание под правую ногу, под заднюю, но также передней рукой. Бьем передней рукой под шаг правой ноги. Оп, такое движение. Вперед. Назад. Вот я сбоку могу показать. То есть вперед движение идет левый шаг, в стойку, назад под правую ногу. Раз, в стойку. Движение. То есть левый, ударил. Все это можно сделать с места, да, просто как бы с шагом. Раз, два. Или с челночным передвижением. Двигаешься в челноке, челночок, и поехал вышагивание. Левый. Левый вперед, левый на отходе назад. Раз, два. Координационное движение ногами. Левой ногой шагнул, правой ногой шагнул. Все это из боевой стойки. Одна нога остается в стойке. Вперед шагаю, правая нога остается в стойке. Вернулся. Назад шагаю, левая нога остается в стойке. Вернулся. Левый. Все это с челночным движением. То же самое показываю. Левый. Вышагивание. Вот такие маленькие эпизоды, будем каждый раз что-то новое добавлять. Друзья мои, напоминаю, если кому-то удобно, кто-то в этом месте живет, у нас есть в поселке Черкизово, Пушкинский район, зал бокса «Ргутис» на базе университета «Ргутис». Также недалеко на Озерный 2 находится школа бокса «Чемпион», также Черкизово поселок, Пушкинский район. Так что, кому интересно, мы вас ждем всех, приходите к нам на бокс. Спасибо.